И всем привет, с вами Игрик, и вот что-то, надеюсь, я не рано начал опять. Блин, меня бесит этот шоу, потому что он через несколько секунд только выскакивает мне то, что типа запись началась. И что ж, сегодня мы будем играть с вами в Crossy Road. Вообще, эта карта сделана для версии 0.10.5, я не знаю, там вообще Redstone будет или что-нибудь типа того. Я не помню, в какой версии появился Redstone. В общем-то, это у нас реальный Crossy Road. Если никто не знает, что это за игра, это типа нужно... тыкать по экрану, чтобы наш персонаж шел вперед и там насобирать монетки, что-то типа того, да? Итак, что тут есть у нас? Difficult on mod sprint, game mod, фиг его знает. Так, фин 20 gold и что-то 20 блоков золота, что ли, надо собрать? Кажись. Тут адрес чувака, который делал эту карту. Если что, можете зайти к нему, я не понимаю, что это за японские или китайские иероглифы. Мне вообще кажется, это самый первый иероглиф, так сказать, что это человечек какой-то в шляпе. Да, вот этот, реально, прям похож на человечка в шляпе. Итак, что ж, сегодня будем проходить эту карту, да, и что же это? А, это золотые слитки нужно собирать, кажись, да? Фух, я не знаю, если... мы туда упадем, что-то с нами будет-то вообще. Надеюсь, я не сдохну там, и ничего такого со мной не произойдет, да? Так, что ж. Прыгаем, чуваки. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ой. Что? Фак. Блин. Чуваки, давайте такая идея. В общем-то, я, по сути, уже просрал. Так, потому что я упал, как бы, да? Давайте, если я проигрываю, то я скидываю один кусочек этой штуки, да? Ладно, один золотой слиток мы уже просрали так-то. Блин. Вот это я, нуб. Ну, серьезно, потому что охота карту пройти и посмотреть, что такое вообще. Тут еще штучки есть. Я так понимаю, тут 20 этих, как раз таки, штучек нужно собрать, да? Надеюсь, я их все найду. По крайней мере, уже 19 по счету получается, да? Это реально машинки такие сделаны, как в Crossy Road, да? Прикольно, можно даже на них залезть и по деревьям полазить. Ну, я не знаю, возможно прокатит, возможно или нет, что-то типа обхитрить как-то эту игру. Так, да, у нас уже есть второй слиток, это офигенно. И чё, тут, наверное, по-любому где-нибудь ещё спрятанные сундуки есть. О, да, есть спрятанные сундучки. Три сундучка уже есть. Окей, и что это у нас тут? Так. What the fuck? Крипи. И чё, я тебя так долго буду бить? А, fuck. Ёп, твою. Налево. Чуваки, я извиняюсь, то, что сейчас так подорвалось просто. По сути, должно было ездить, да? Но оно не есть, потому что здесь он не подключен к всему, к этому Redstone факел или просто Redstone блок там какой-нибудь, да? Поэтому я не виноват, что это все поломано, да? Автор просто не додумался с самого начала сделать все как нужно. Ну как... Да, наверное, не было вообще Redstone этого всего, хотя уже здесь рельсы, по сути, есть, как бы, да? Так, это я сюда поставлю, это вот сюда, вот это. Чтоб типа ровно шло, типа это не я, чуваки. Короче, если вас что-то будет спрашивать про меня, то, чуваки, это не я. Да? Так, три штучки у нас уже есть, да? Ух ты, блин. Паркур по этим самым лотусам, во. Так, нет. Я, пожалуй, сразу же буду прыгать именно вон туда, да? Yes, да. Кайф. Так, здесь монстров нет, монстров никаких нету. И я хочу забрать этот... О, достает, изи, достает. Хух, офигенно, я думал, сейчас мне еще прыгать придется. Там как-то страшно, Васенька малость. Так, может, что-то здесь... А, здесь, вот, да, вот здесь сундучок есть. Я думал, что здесь ничего не будет, потому как машина слишком близко стоит к концу мира, так сказать, да? Так, хотя, что мне залезать-то, можно ее обойти как-нибудь. Нет, здесь и нету у нас ничего. Да, всякие разные есть машины, вообще прикольно, как с Crossy Road прям. Если кто не знает, что это за игра, то она есть в Play Market, бесплатная. Что-то там 4,5 мегабайта, что ли, весит, да? И
И почему-то здесь нету криперов. Хм, странно. Чуваки, я ничего не делал. Здесь и криперы сами куда-то исчезли. Да. Кстати, там орел есть. Я же его первоначально видел. Где-то там есть орел. И, в общем-то, прям как в Кроуси Роуд. Там, когда ты отстаешь, слишком долго передвигаешь, тебя орел съедает. Так, у нас уже есть 7 железка. 7 железка из 20. Это офигенно. Да? Так что мы уже на пути к полному прохождению. Ну, почти полному, потому что у нас 19 максимум их соберется. И то еще неизвестно, мало ли вдруг еще где-нибудь похерию один этот еще там упаду или просто не найду сундучок. Хотя здесь они вроде бы все аккуратненько так стоят, удобненько, да? Так, подлагивает, блин, чуть-чуть вообще пипец. Твою мать! Так, чуваки, мне теперь нужно один слиток как-то сбрасывать. Как его фиг узнает? Так, сейчас, подождите, я вообще дальность прорисовки. Дальность прорисовки у меня на минимум стоит, но чуть-чуть подлаги вообще чувствуются, да? Так, я сейчас подойду к сундучку, сложу все эти кусочки слитков золотых этих, да? И, в общем-то, один оставлю себя и его скину просто тупо. Да, я уже придумал, как я, в общем-то, буду избавляться по одному кусочку, только лишь этого железка нашего, да? Так, там я нигде ничего не пропустил, никакие, как золотые слитки, да? Блин, чуть не упал, чуть не проиграл, да? Так, стоп. Сбрасываем 8 штучек, значится. И прощай, слиток. Прощай, мой любимый. Да. Так, и, кстати, здесь у меня уже заканчивается еда потихоньку. О, там еще есть какой-то этот, блин. И как мне туда перебираться? Не знаю, чуваки. Так, я это, пожалуй, заберу. Блин, как же мне дохнуть-то неохотно. А туда все-таки нужно как-то передвигаться, походу. Блин, здесь я буду... Вот по вот этому бревну, кажется, будет легче перебираться. Ну-ка, там можно пройти, есть там можно пройти, чуваки. Такс, фух, что-то... Мне прям аж страшно упасть тут. На этом паркуре. Я лучше, пожалуй, вернусь туда, по тому обратному пути пройду. Хотя здесь как-то неудобно мало спрыгать, но я мало, знаете ли, я читерю, да? Я буду вот так вот действовать. Я не думаю, что это прям читерство прям какое-то. Это можно считать недоработкой самого чувака, который это делал вообще, эту карту. Фух. Фух. Давай. Фух. Фух. Блин, страшно, чуваки. Прям как будто бы в хоррор какой-то играю. Такс. Давай. Yes. Фух. Да, прыгнул, чуваки. И... да. Блин, я на секунду подумал, что типа я не смог разогнаться, а оказывается разогнался. Так, у нас уже есть 10 слитков. Получается, из 18, потому что 18 нам только доступно. Ладно, я не буду тут топтаться по деревьям. Да? Так, стоп. Крипи, мать вашу. Ёб твою, нихера себе тут. А мне, кстати, нужно как-то обойти их, такс. А как мне сейчас тут вот обходить? Стоп, тут случайно нету? Тут нету. Такс, у меня это получилось. Сейчас просто, чуваки, бежим. Так, все, я карту, чуваки, не подорвал, так что, все нормально. И уже 12-й слиток, воу, это просто офигенно. Стоп, это что? Это ментовка, полицейская тачка, которая в Кроуси Роуд вообще редко встречается. И, кстати, такая вам хитрость, если вы играете, например, в Кроуси Роуд или хотите поиграть, то если вас как-нибудь, вообще, полицейская тачка, она очень редкая в Кроуси Роуд, да? И если она вас столкнет, то это вообще редкость. Но если вы нечаянно пойдете под нее, то вам дастся персонаж. Кстати, когда эта полицейская машина проезжает, там первоначально такой фонарный свет на дороге появляется. Потом через секунду только лишь эта машина проезжает. Так что вам вот такой вот секретик, да? Кто играет в Кроуси Роуд или хочет поиграть. Так, а у нас тем временем уже 15 слитков, чуваки. Уже 15 слитков. И я уже вижу конец карты. Это просто офигенно. Хотя она какая-то здесь маленькая.
но все же сложновастенькая. Потому что я здесь уже два раза слился. Блин, я думал, что я сейчас вообще не долечу. Это просто пипец какой-то. Так-с. Осталось еще, получается, два сундучка. Вон тот сундук и вон тот сундук. И получается, да, мы собрали, в общем-то, все слитки, кроме тех, которые мы просрали, по сути, да? Фух, такс. Ну-кась. Ну-кась, накась. Фух, я думал, я сейчас краешек задену и не долечу. Это был бы вообще пипец самый настоящий, да? Есть. Я вообще прям мастер прыгать по... Твою... Прощай, один слиток. Я сейчас дойду до туда, возьму тот... Положу все слитки, возьму один и сброшу его. В общем-то, чуваки, по сути, у нас сейчас пока что-таки на данный момент 17 слитков. А, блин. Блин, я сейчас скину 17, по сути. Да, просто... Блин, мы, по сути, как бы проиграли, поэтому я скидываю эти слитки. Потому что в настоящем кроссроуде, если ты попадаешь в воду, то все. Тебя больше нету в живых. Да? Итак, что ж, мы вот прошли 17 слитками. Мы доходим до сюда, и что это такое? Прикольно, кстати, сделано для карты. Такого типа оформления, как финиша. Я впервые такое вижу вообще. Thank you, play... Hoxix, did you think? Well, you know, что? Сколько мы собрали, кажись, самих вот этих золотых слитков. Получается, мы их собрали 16-18, потому что 3 нам пришлось отдать, так сказать, этой карте, потому что, ну, мы просто взяли и потонули 3 раза. Так, если бы я играл, можно сказать, наоборот, как не честнее, я как бы за смерть отдавал по одному слитку. Если бы я играл бы не честнее, то, в принципе, я бы сейчас бы имел бы 20 слитков. И мне, у меня был бы EU Perfect, но получается так, it's incredible. Это типа, что-то типа более-менее отлично на четверочку, да? Если как по школьному, школьно-бальному этому считать, то это уже получается четверочка, примерно так. Я сыграл на четверочку. И что ж, чуваки, вот такая была карта. В принципе, мне она понравилась. Я вообще не думал, что когда-нибудь встречу в Minecraft Crossy Road. Как-то я видел уже у Фроздога, например, того же самого Subway Surfer, но про Crossy Road я вообще не думал даже, что такая карта когда-нибудь появится. И, кстати, она была сделана уже очень давно на версии 10.5. 10.5 тут и в меню вообще написано. То, что это... Вот, 0.10.5 Crossy Road. Вообще, офигенная карта. Жалко, я не могу ее никак скинуть, потому что я ее качаю со специального приложения, в котором, как бы, там нельзя никак брать ссылку. Это очень плохо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе вот таких вот каких-нибудь прикольненьких карт. Я еще попробую как-нибудь найти тоже какие-нибудь еще интересные карты с каких-нибудь игр, мультиков или еще чего-нибудь. Ну или просто какие-нибудь стандартные, хорошие, такие прикольненькие карты для вас. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока, чуваки. Пока!